Книга Вайкра содержит многочисленные законы, касающиеся жертвоприношений, однако слово «жертвоприношение» на русском языке не передает то, что передается на иврите, словом «корбан». Слово «корбан» происходит от глагола в иврите, который обозначает слово «приближаться», то есть фактически «корбан» является механизмом приближения к Всевышнему. И поэтому неправильно совершенно понимать э, то, что мы читаем жертвоприношение как э, некий э, формальный ритуал. Все имеет значение, очень глубокое значение. Э, значение приближения к Всевышнему, особенно если человек согреш... согрешил, совершил какую-то ошибку, то Всевышний заложил механизм. Очищение от этой ошибки через чуву через принесение а, корбана. Ну, в нашей жизни мы при, должны приносить корбан и приносим его каждый день. То есть наш корбан это ежедневные молитвы, изучение Тора. Вы спросите, в чем здесь корбан, в чем здесь а, жертва так называемая? И ответ очень прямой. То есть вместо того, чтобы человек занимался в это время другими вещами, он выбирает молитву, он выбирает изучение Торы. В этом есть его победа над его животной душой, над его желаниями, которые, может быть, бы в этот момент хотели бы быть удовлетворены совершенно другим образом. Поэтому для нас важно понимать, что не только изучение этой главы в наше время, оно является неким эм, таким эквивалентом приношения, <coughs> то есть главы Вайкра, неким эквивалентом приношения в храм, но и повседневные действия э, должны быть у нас направлены на приближение к Всевышнему. Нужно понимать, что любое доброе дело, которое делает правильное доброе дело, которое делает человек, что такое правильное доброе дело? Это а, э, дело, которое определено Торой как доброе. А, далеко не то, что всегда нам кажется, что доброе мог, может оказаться добрым, поэтому нам нужно учить законы. Цдаки нам нужно учить э, законы, э, касающиеся помощи Хеседа. Касающиеся а, запрета лошанара. В общем, самое первое, что мы должны знать, это не навредить. А затем мы должны уже с помощью Всевышнего каждый день творить некие добрые дела. И, по сути, любое доброе дело, которое делает человек, оно привлекает внимание небес. Почему? Потому что благодаря доброму делу человек приближается к Всевышнему, приближает мир к Всевышнему. Это очень важная идея, которую нужно понять. В этом есть наш Корбан. Душа получает очень большое удовольствие от этого, несмотря на то, что мы не делаем для возвышения нашей души, для ее исправления, но в том числе это является, необход... это является неотъемлемой частью результата доброго дела. Наша душа исправляется, очищается и притягивает еще одно доброе дело. Отсюда выражение знаменитое, что доброе дело, что мецва притягивает Мицву, а грех притягивает грех. И нужно еще сказать такую вещь, что нам прежде чем приносить корбан всевышнему через помощь другим людям нам нужно не забывать про собственную душу то есть для того чтобы мы правильно в правильном направлении делали добрые дела давали сдаку правильным людям правильным организациям и так далее и, и, и все 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 что, все что составляет огромное понятие от милосердия <coughs> нам необходимо, чтобы наша душа знала и понимала, куда ей стремиться. И в этом плане душе необходима Тора. Почему? Потому что для того, чтобы она приблизилась к Всевышнему, она должна иметь инструментарий приближения к Творцу. И поэтому Наши мудрецы, в частности Гаон Мивиль, Новиленский Гаон и все, многие другие обращают внимание на то, что Тора взращивает все, что посеяно в сердце человека. То есть, если в сердце добро, то она взрастит трепет перед Всевышним. Это самое главное качество, которое обеспечивает нам результаты дел наших рук в этом мире. Потому что если у человека нет трепета, то он не боится вступиться и, соответственно, Впереди него идет гордыня. И наоборот, то есть, если в сердце коренится недобро, а коренится яд, самодовольства, гордыни, то вырастет корость и зависть. И поэтому очень важно, когда человек приступает к изучению Торы, чтобы он морально подготовился к тому, что он приступает к ее изучению с пустым сердцем. Что это значит пустым сердцем? То есть у каждого из нас есть некие недостатки, эти недостатки, они нам мешают, мы над ними безусловно работаем, но в любом случае они есть. До тех пор, пока мы окончательно не искоренили эти недостатки, эти качества, то нам необходимо морально, как будто освободить свое сердце, вот сделать его пустым. Для того, чтобы не подойти к изучению с чувством надменности, самодовольства, с чувством гордыни, с чувством недовольства или еще чего-нибудь, нам нужно на вот этот час, два, три, у кого сколько получается, нам нужно морально настроиться, что я сейчас как прах и пепел перед Всевышним, я хочу познать его мудрость, и чтобы, не дай бог, не легла эта мудрость на мои негативные качества а наоборот помогла мне, благодаря укреплению втори, их победить. Вот такая вот кавана, вот такой вот настрой должен быть. И это есть тоже наш корбан, вернее, подготовка к нему. <coughs> можно это своего рода сравнить со шхитой э, временной. Да? Такое вот интересное понятие, можно параллель некую провести. Временная шхита нашему ецерара. Почему временно? Потому что невозможно его абсолютно победить. Ну, скажем так, на нашем уровне скорее всего это невозможно. Оно всегда, он всегда будет присутствовать. Однако при начале изучения Торы, письменной, устной, любой Торы мы должны попросить Всевышнего, чтобы он направил ецерара для того, чтобы, подобно тому, как он ищет, где бы нас склонить к греху, подобно в этому пусть он сейчас служит доброму началу, ротов хорошему началу, на иврите называется, готов <coughs> и помогает находить новые глубины в Торе. Что уже будет потом, это, это уже что будет потом. То есть мы закроем после изучения Торы закроем книгу, мы пойдем по своим делам и будем жить. Но благодаря вот такой каване, благодаря такому вот настрою освобождения сердца от пыли, сейчас приближается Песах, можно сказать, от хамеца, от остатков наших ошибок, Негативных качеств, негативных эмоций, то это нам поможет и Всевышний оценит, и, конечно же, придет помощь небес, как у нас говорится на арамейском языке Бесята Дишмая, с помощью небес, чтобы мы э, нашли истинные глубины в Торе, и чтобы Тора легла нам на чистое сердце, пусть даже оно не таковое, пусть даже мы еще не все исправили, есть еще работа, над чем работать, но в этот момент мы должны быть перед Всевышним чисты. И вот это, в, этом, в этом есть наш Корбан.